Друзья, всем привет из Оби. Давайте посмотрим уцененные цветочки, которые здесь есть. Много цветов, которые я уже показывала, их еще не раскупили. Но есть и что-то новенькое. Сейчас посмотрим. Драцены разных сортов, полосатики. Так, стоит 719 рублей. Так, калатея вот это, никак никто ее не купит, 1349,50. Монстеры по 999. Так, антуриумы по 749 рублей. Ну, это уже все, что было. Я в прошлый раз это уже все показывала. Спатифилум 479,70. Карделина большая. Три растения в одном горшке 1200. Так, вот такие еще драцены по 149,70. Хорошенько, смотрите. Вообще недорого. Что здесь еще есть? Цикламены. Смотрю, сейчас посмотрим. Цикламенчик 128,70. Ну, не знаю, какой цветочек тут будет. Вот здесь, например, есть цветок бело-розовый. Так, с патифилом вот есть еще большой прям. Их много здесь. 659,70. Есть розы кардана. Тоже много. Так, видео будет не очень длинным, потому что цветочков не очень много. Так, 89,70 тут розочки. Есть ель. А сейчас вот эта малипулька вот. Кончился праздник, и все. 149,50 вот такая. И посадить, я не знаю, вот если бы куда-то на улицу посадить ее. Ну, сейчас такая посадка может быть. И вот, смотрите, а вот это еще нарядная какая, пушистая. Стоит 299,70. Ну, в квартире, конечно, я не знаю, но она такая классная, пушистая. Может, кто-то купит такую красотку, не знаю. В квартире ей, конечно, не выжить. А вот такой пушистый нефролепис на оценке 479,70. Большой горшок. Смотрите, какие цимбидиумы на скидке. Отцветают, но очень мощные. Большие, пушистые. Стоят они сейчас 1109 рублей. Красиво. Есть вот оранжевый цвет и вот такой вот какой-то, не знаю даже, как цвет-то назвать. Ну, прям хорошие. Смотрите, какая у них здесь бульбочки, или как они правильно называются. Корни. Мощное растение. Прям хочет пересадиться из горшка. Уже есть орхидейки. Каскад. Смотрите, такая 389,70. Так. Есть и белые. Вот, и сейчас обойдем с вами и посмотрим там. Потому что еще есть и камбрия. Друзья, вот эту нертерку уже забрали. Вообще стоило совсем-совсем недорого. На скидочке вот такой анцидиум. Свит шугар. Ну, нету, правда, цветочка. Не знаю, как цветет. 449,70 такой. И есть камбрия. Очень вкусно пахнет. Просто немножко подходишь сюда, и уже запах идет. Народу много, конечно, сегодня. 359,70 вот такая пчелка, как я ее называю. Очень пахучая. Классная. Так, диффенбахия. Одна осталась. Кто-то все-таки ее. Сейчас вот такая Tropic Snow. Все-таки одна осталась. Не купили. Отправили ее в оценочку. Хорошая на нее цена. 689,70. Отличная цена. Ну и вот эти вот растения я уже вам показывала. В прошлый раз их очень много. 149 рублей. Это цериусы. Есть. Ой, сейчас запутываюсь уже. Декабристы тоже очень много.
только не вижу цену. Где цена? Наверное, не успели еще наклеить. Ну, а вот эти растения, они не на уценочке, просто убирают их в поддон, поэтому поставили сюда. Я сначала думала, уценочка, но нет. И вот еще сансевьерия внизу, тоже не на уценке. Зато на уценке есть алоэ Вера 274,5. Ну и антуриумы 359,70. Вот такой экземпляр. И есть еще фикусы гинсенги. Две штучки. 719,70. Не знаю, это из-за горшка керамического или так и стоит растение. В общем, ой, это надо все узнавать на кассе. Такая хидерка 59,70, ну совсем уж маленькая. Вот это еще орхидейка каскад 649,50 стоит. Ну и все, пожалуй, вот здесь парочку каланхоя, белая, красная, 110,70 цена. И цимбидиум еще один, вот покажу с этой стороны. Огромный и классный. Не знаю, кто-то сейчас вот его назад поставил, сказал, что здесь много гнили. Но я, честно говоря, не вижу здесь никакой гнили. Очень классное растение. Посмотрите, какое шикарное. И стоит сейчас цену. Ай-яй-яй. Озвучу вам. 1109,70. Все, друзья, на этом все. Уценочка вот такая. Много растений, которые я уже показывала, поэтому хотела показать именно то, чего еще не видели. Если вам было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. А я с вами прощаюсь. Пока-пока. Вот